Оп-оп. Героины. Да. Йоу. Протеина. Чё, братва? Вы у меня уже, блядь, как личный дневник, короче, с которым я разговариваю и пишу в него отчеты, чтобы потом я мог в него смотреть и знать, все ли я выполнил, что было положено выполнить по плану. Короче, тетюльки я отбомбил. Сегодня были тетюльки и голень. Тетюльки просто в восторге. Отъебашил их прямо, блядь. Так хорошо, прям так качественно, блядь. Смотрите, как налил. Оп. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да. Не, мастер, попы не будет, будут титьки. Смотри, какие титьки. Уа. Я не знаю, вам видно мои сисямбы, нет? Смотрите. Уа. Видали? Волна. Оп. Оп-оп. Да почитаю я твои сообщения, блядь, заладил что-то, ебаный в рот. Оп. Протеины. Оп. Видали? Чувствуете интригу? Чувствуете? Да. Это интрига, это я. Пошло, блядь. Сучки. Смотрите, смотрите. Ебать, да там же талия, пацаны. Пацаны, вы видите это? Ай, оп. Да это ж просто пиздец. А вот это вы видите? Оп. Оп, оп, оп. Приводящие такие. Оп. Сейчас еще я вам, блядь, здесь покажу. Оп. Вот так вот. Оп, оп. Блять, просто пиздец, да? Вы чувствуете интригу? А интрига-то будет, блять. Эроины. Как я оцениваю свои силы? Ты просто посмотри на меня и подумай, как я оцениваю свои силы. Я думаю, что я просто охуеть какой пиздатый. Согласен? Не зря же я столько работаю над этим. Оп! Вы своими комментами, блядь, закрыли мне все. Я вам хотел косы показать. Ну, блядь, не пишите, смотрите, косы сейчас покажу, сука. Вот так заебись, смотрите. Да уже клуб закрылся, если честно. Ну вот как-то так. Короче. Нихуя себе онлайн, ебать. А чё столько народу-то? Это все так охуели от того, какой я на стартовой странице? Всем пох. Пох всем на тебя. А от меня все, сука, текут. Да. Ладно, короче, зайки. Я потренил, я закончил. Я, короче, пошел переодеваться. Долер тут. Да ладно. А где Долер? Долер, ты тут? Покажите мне Долера срочно. Не, пиздите, Долера нет. Так, большой шкаф громко падает, точно. Сейчас прямо на тебя как ебанусь.
Вот. Чё-то нихуя вас набежало столько, блядь. И все потому, что вы увидели, как я позирую, ебать. Да я ж просто красавчик. Оп-оп, протеина. Сесть бы на лицо. Ну иди садись, мой сладенький. Садись. Да. Блять. Неестественно большой, я полностью с тобой согласен. Это просто пиздец вообще. Главное же, блядь, в мужчине это естественность. Правильно, блядь. И чтобы не волосатый был. И чтобы бороды такой не было ужасной, как у бомжа. Ага. И писька, чтобы была обязательно длинная по коленку. Ага, чтобы до точки G достала, которая и так снаружи, блядь, почти. Пизда-то дела со стероидами. Заказывай у меня, малой, как экзамены сдашь. Чё еще? Кому чё? Кому чё, кому ничего? Кому чё-нибудь через плечо? Это все потому, что Валерон был голый? У меня она маленькая, да, конечно. Когда в холодной воде, ебать, но если я ее распарю, это просто пиздец. Я неудержим, блядь. Да, бывает иногда, конечно, спасибо, что спросили. Люблю, когда разговор становится откровенным, так сказать, по душам. Гормоны, да, есть такое дело. Гормоны всякие разные. Честно, но спину-то я хуй его знает, как вам показать. Конечно, готовь, Кристина, мяу. Готовь мне грудки, готовь мне рис. Потеребонькиваю. Слушайте, ребят, вы прям такие, как бы вам сказать, душевные, блядь. Так вас волнует, сколько я теребонькую. Знаете, какая, блядь, маленькая проблемка есть? Сижу вот тут с вами разговариваю, блядь, сейчас клуб закроют. Буду весь обвисший, как ты. Не дай бог, конечно. На ебальник тебе лет 15, мне кажется, да? Ну, лет через 17, блядь, у тебя и так все обвиснет. Не переживай, малой. Салам алейкум. Малейкум асала. Да, ебать, я вообще на самом деле пчел завожу и мед продаю. Так что по заказам ко мне в личку ВКонтакте. Стоило-то, блядь, раздеться и попозировать. Ебануться я, красавчик. Одна Кристина сообразила, что я охуенный. Молодец, Кристина. Девушки с именем Кристина, я понял, блядь, любят спортсменов. Да-да, оригинально, Дэнни. Ну как откуда? Я прямо из мужской раздевалки. Вон, видишь, шкаф сзади открыт, ебать, я прямо оттуда вылез. Хуя вас набежало, блядь. Прям как, блядь, вечер с Иваном Ургантом. Да. Ладно, братва, если вам нехуй делать, короче, через час я выйду в онлайн прямо, блядь, со своей кухни вместе с рыбой, которую я буду есть, короче. Вот. А если, блядь, вам нехуй делать, то вы будете спать. Я не знаю, как у Васи, стоит ли хуй, но спроси у Васи. Но это очень оригинально. Да-да, фу, я тоже с тобой согласен. Ебать, ты блондинка, ненавижу блондинок, иди нахуй отсюда. Да, буду жрать. Так что, короче, пацаны, вся моя, блядь, верная гвардия, короче, через час встречаемся в онлайне. Все остальные дрочеры и любители покричать «фу», неестественно, писька не стоит и прочая хуйня, да, химик. Все, короче, самые оригинальные ребята. Вы можете набежать тоже через час. Я с удовольствием всем вам отвечу. Унижу вас, оскорблю. И мы все дружно над этим посмеемся. Оля, здорово. До встречи через час. Йоу, peace.